Два позитивных события произошли в среду. Надежда Савченко была освобождена в России, вернулась в Украину. А в Азербайджане была освобождена наша коллега Хадиджа Исмаилова. Ваша первая реакция, ваша первая оценка этих событий? My first emotion is great joy. Моей первой реакцией были радость и счастье, что обе эти женщины свободны. Они боролись за то, во что они верили, и были несправедливо заключены под стражу, но теперь они свободны. Так что я счастлив за них и их семьи. Надя и Хадиджа – герои и для своих стран, и для всего мира. На ваш взгляд, освобождение Надежды Савченко и Хадиджи Исмаиловой – это результат международного давления? I have no doubt that it's international pressure. Без сомнения, это результат международного давления. Не уверен, с чьей стороны конкретно, но полагаю, что это результат международного осуждения того, как обошлись с этими мужественными женщинами. Так что я думаю, что мнение мирового сообщества оказало свой эффект. Ни российские, ни азербайджанские власти нельзя назвать приятными парнями. И было бы фантазией считать, что они освободили Надю и Хадиджу по доброй воле. These two women just out of goodwill, of course, is fantasy. Некоторые эксперты, особенно в России, уже высказывают мнение, что вот освобождение, например, Надежды Савченко может привести к ослаблению или снятию части санкций против России. Будете ли вы выступать против такого развития ситуации? Of course. The fact is, конечно, де-факто в случае с Надей Савченко она была освобождена в обмен на двух россиян, которые находились в заключении. То есть, по сути, речь идет об обмене заключенными. Мы должны это понимать. Во-вторых, Надя Савченко была бы последним человеком, который хотел бы, чтобы мы сняли санкции в обмен на ее свободу. Санкции должны быть связаны напрямую с действиями России. Россия оккупировала Крым. Она пытается отделить Восточную Украину в нарушении международных законов. Если в Европе считают это равноценным, то это будет ошибочным решением европейского сообщества. Сенатор, вы были в Украине много раз в свою следующую поездку. Хотели бы вы встретиться лично с Надеждой Савченко? Для меня было бы честью встретиться с Надей. Это было бы почетно, потому что я увижу женщину, которая выступила за принципы, в которые она верит, даже в крайне тяжелых условиях. Например, во время суда она поднялась и запела гимн Украины. Я думаю, это было великолепно. И последний вопрос. Это интервью, вероятнее всего, покажут и в Украине, и можно будет посмотреть в Азербайджане. Сейчас у вас есть возможность вот, обратиться лично к Надежде Савченко и Хадиджи Исмаиловой. Что бы вы им сказали? Надя, Хадиджа, я чрезвычайно рад, что вы обе свободны. Вы отстаиваете принципы свободы и демократии не ради себя, а для ваших народов. Для меня вы настоящий герой и пример для всех нас, кому порой не хватает мужества. Благослови вас Бог. Продолжайте свое дело. Я так горд за вас.